такой результат сестры своей. Вот, сестричка пошла, ехав ко мне, она решила яйца в курятнике подрать, привезти мне свежих яиц. Вот, в результате курочку согнала, она села на яйца, чтобы, говорю, клочковать. Вот, и курица за это клюнула ей в глаз. Представляете, грязным клювом. Неожиданно, как она тебя глаз не выклевала, мама дорогая. Она платочком закрываясь, приехала ко мне вот, домой. Я что взяла? Лид этот, наш хлорофилл жидкий. Пипетку набрала, и вот неразбавленным, товарищи, я всю вылила ей в глаз. Она так пищала, что думала, все соседи будут у меня в квартире. Вот. Но через каждые полчаса я повторяла свою процедуру. Она там не хотела это делать, но я ее все-таки уговаривала. На третий раз, когда я начала это капать, она уже как бы не сопротивлялась так, как вначале. Я говорю, Таня, не так течет? Она, да, ты знаешь, мне легче. И когда я уже 5 раз ей закапала, прошло 3 часа. Вот, у нее был полностью, вот это ж, где белая, да, зрачок наш, он полностью был красный весь, мутный такой. А потом у нее только сосудистая сеточка осталась. Что сделал наш хлорофилл? Обалденный результат, я тоже не ожидала. Хотя можно было вообще без глаза остаться, если бы не лечить.